Как настроение, самочувствие? Добрый. Хорошая. Ну, Фархиза, смотрю, полегче, да, стало? Но немножко отпускает. Я, помните, говорила еще, начало декабря вибрации жесткие шли. Жесткие и продолжают идти. Тут у нас и коридор затмений, и рождественский коридор. Ну и Новый год, естественно. Что тут и творилось, и происходит. И очень много можно сделать в этот период. Ну, невероятно много. Отлично, доброе, хорошо, отличненько, добрый. Ну, вот. Меня тоже так немножко придавило на несколько дней. Как раз идет давление на сердечно-сосудистую систему, почки. Вот. И я не знаю, как у вас. Но у меня, во-первых, посвящение мы получили, поток удаления сексуального импринта. Давайте сейчас сразу откроем его. И очищение тела от токсинов. Кто не знает, чуть попозже объясню, что это за энергии. И вибрации такие идут, что все лишнее убирается из жизни, из пространства. Люди сыпятся опять точно так же. Невероятно. И единственное, после первого моего стресса, это было несколько лет назад, в этот раз я приняла все это достаточно спокойно. И что интересно, это происходило 26 января, декабря, солнечное затмение. Именно это тот момент, да, что лунное, что солнечное затмение там в течение 3 дней, пиковые состояния, вы знаете, желательно ни с кем не ругаться, не выяснять отношения, если не хочешь потерять этого человека. И вот так вот интересно у меня сложилось, ну, еще очередные люди слезли с моей шеи. Просто прелестно и чудесно. Сонная. Хорошо, устала на работе, только сплю, много работы перед Новым годом. Норм, кашель еще есть, очищение. Так, поток удаления сексуального импринта и очищение тела от токсинов. Хорошая, кашель, насморк, добрый, добрый. Головные боли никакими энергиями не могу снять. Не забывайте, что нужно чистить. Если болит, значит там скопился негатив. Этот негатив мы вычищаем. Танюша, он прямо на макушке у тебя. И сейчас давление прыгает. Поэтому можно. Естественно, в первую очередь мерить давление, и голова еще болит, когда резкое сужение сосудов идет. Поэтому аспирин идеально помогает, моментом все это происходит, практически сразу снимается. Вот. Итак, для чего мы открыли поток удаления сексуального импринта? С одной стороны, вроде бы, да, он чистит от прошлых, давних, древних сексуальных связей, что женщин, что мужчин. Но по большей части он чистит не только от этого, но и от негативных взглядов в течение дня, которые мы на себя насобирали. Освобождает пространство ваше личное
от лишних людей, потому что идет работа энергии с вами. Получается, отсекаются присоски вампирические, убирается ваше внимание с каких-то определенных людей. Эти люди чувствуют, что приток энергии к ним пропал. Они начинают нервничать, звонить, писать, объявляться и выяснять отношения. Вот в этот момент очень хорошо с такими людьми расставаться. Просто идеально. Чистить свое пространство, расширять его, убирать ненужных людей, которые вампирят вашу жизненную, денежную энергию, ваше время в конце концов. Лучше тратить все свое на себя, а не на посторонних людей. Вампиров, нытиков, халявщиков. Просто идеально. И очищение тела от токсинов, оно очень хорошо выводит из организма негатив. На физике идет очищение очень хорошее, если, смотря на что вы работаете. Очень хорошо это после пьянок открывать. На себя воду заряжать, пить. Достаточно легко выводит из состояния птичья болезнь, которая перепел. Ну и почему она мне еще очень сильно нравится? После общего наркоза очень легко выводит человека из того ненормального состояния, в котором он находится. Кто делал операции, да, те знают, состояние дурное, ужасное, вообще непонятное. Болит, не болит, мозг не работает. Вот, в этот момент выводит. И выводит радиацию из организма очень хорошо. Выводит наркоз из организма, который, в принципе, эфир не выводится. И выводит химию при онкологии, когда делают. Ну, а про то, что выводит медикаменты, лекарственные, я уже даже не говорю, потому что это и так понятно. Вот это пусть у нас сейчас работает. Давление каждый день прыгает. Да, это вот вибрации. И вот сейчас очень хорошо позаботиться о себе, о своем здоровье. Особенно у кого хроника идет. У нас есть много инструментов, много энергий. Обратить внимание на себя. Вообще вот, вот эти вибрации, да, рождественский коридор, он идет от Рождества до Рождества. Как я уже вам рассказывала, да, время праздников, религиозных, Новый год – это вообще супер-пупер, потому что его все отмечают. Люди посылают свои эмоции, надежды, стремления, желания, ощущения какие-то в мир. И вот эта энергия, она преобразовывается и очень сильно влияет на людей. Ну, в том случае, если человек готов что-то для себя сделать с собой, что-то изменить, попросить, ну, получается, открытые небеса, собственно говоря. Они обычно идут до 19-го еще. Ну, по сути, можно взять, да, от 25 декабря, 24-е зацепим, потому что там подготовка идет, люди в предвкушении ожиданий до 19-го. Потому что 7-го сочельник, 13-го, 14-го старый Новый год, 19-го крещение. Практически месяц. И вот этот месяц можно очень много для себя сделать, очень много заложить. Если брать коридор затмений, по-моему, от 26 до 6, да, было солнечное, будет лунное 6 января. Также очень хорошо работать с собой, приводить в порядок все свои
дела. Сейчас очень хорошо работать по своему здоровью, закладывать программу на 18,5 лет. Все, что вы сделаете сейчас, будете получать в течение 18 лет. Ну, естественно, и результат не заставит себя ждать. Кому-то может быть показаться 18 лет, это очень долго. На самом деле все это очень быстро пролетает. Здоровье, благодарю, получше. Пик прошел. Все зацепили, поэтому говорю, обращайте внимание на хронику, на свое здоровье. Очень хорошо. Ежедневные боли в пятках. Оль, что там такое? У тебя там шпоры, что ли? Штыри какие-то. Просто вижу, может быть, сами по себе энергетические штыри. Поэтому вытаскивай их, выдергивай. А? Добрый, добрый, добрый. Очищение токсинов. Ну, я не знаю, все промолчали. Поток удаления сексуального импринта был. Вот. Добрый, добрый, добрый. О. Подошли только, да? Болит желудок, гастрит. Угу. Язвочка там такая. Язва и как будто в ней что-то еще торчит, раздражает. А, вот представьте, ваш желудок, да? Красная такая площадь небольшая. В центре ее что-то черненькое, да, и как штырек какой-то стоит, торчит. Вот этот штырек просто выдергиваете, выкидываете. Потому что он может вызвать прободение, дырку. Вот этот убирать надо. Вы видите, я вижу на тонком плане, даже если этого может не быть, на здоровье, оно уже есть на тонком плане, и впоследствии оно переходит на физику. Кто давно этим занимается, они знают. Я не посмотрю, вот такие вот моменты есть, я отвечаю на вопросы. На диагностику, да, пожалуйста, диагностика. Ну, в принципе, до 30 числа будет и начиная, наверное, со второго. Диагностика 1000 рублей. Диагностику по здоровью делаю не я, потому что я вижу какие-то вот такие вот моменты. А Галина Михайловна у нас как рентген работает. Полностью вот это, кто обращался к ней, уже знают. Плохого я не посоветую. Я или скажу, или не знаю куда, или ко мне к Галине Михайловне. Вот. Желудок, запоры. А, у вас какие посвящения, какие энергии есть? В принципе, по сути, можно любой энергией что-то с собой сделать. Очень болит шея, плечо, правая рука. Ни энергии, таблетки не помогают. Почему? Но я говорила, сейчас хроника, во-первых, идет. Вот. Во-вторых, прежде чем помочь девчонке, мальчишке, нужно почистить, нужно убрать боль, негатив. Потому что вы посылаете энергии, да, в определенное место на своем теле, где у вас болит. Но там забито негативом, грязью. И лечебным энергиям, ну, они поступают, но мизер. Им невозможно работать. Поэтому в первую очередь идет очищение. Посмотрите, пересмотрите, как работать с энергиями в различных школах. Всегда, везде в первую очередь очищение. Это видеозапись есть. ВКонтакте, в группах. Потом наполнение, восстановление идет.
Посвящение, Мать Сыра Земля, очищение от токсинов. Мать Сыра Земля была, если только индивидуально. Очищение токсинов точно так же. Ну, в этом году однозначно мы уже ничего не сделаем. Вот. Так, поток удаления сексуального импринта. Вот. И еще хотела я открыть энергию. Вот как раз в нее у нас будет посвящение 30 числа. Очищение какой ауры? Нет. Очищение чакр, очищение органов, очищение того места, где у вас боль. В основном это очищение идет на физике. Всегда, везде работать на физике с собой. Это основное. На здоровье. Потом идут чакры, ну и, естественно, тонкие тела. Не без этого. И вот давайте сейчас откроем. Откроем энергию. У кого-то уже есть посвящение в эту энергию, карма рода. Человек 10, 8-10 точно есть. Девчонки. Угу. Карма рода. Угу. Снимает карму рода, родовые проблемы, негативные установки рода, открывает заблокированные возможности, например, отсутствие музыкального слуха. Так, сейчас посмотрим, у кого еще есть посвящение. Открывать можно при кардинальных изменениях в жизни. Угу. Купить новую квартиру, сменить работу, принять какое-то решение. Перед Новым годом, чтобы не перенести свои проблемы в будущий год. Чистятся все воплощения даже на других планетах. Ну, честно говоря, сколько я работаю с энергиями, да, мне в принципе без разницы. Тут конкретно указано, что другие воплощения на других планетах, мне по сути без разницы, я под любой энергией работаю, если по карме, по своей идешь, да, без разницы, на какой планете было у тебя воплощение, это ты в любом случае. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать даже. О, как! О, как! О, как! Молодцы! Если идет, вы будете работать. Добрый. У меня что со здоровьем? Какие есть, которых я даже могу не знать? Ну, боль, не знаю. На диагностику. На диагностику. Диагностика 1000 рублей. Мне в личку. Все, там разберемся. Как очистить кожу, солнечное сплетение? Фая, если у вас есть энергии, если нет, можете выбрать какое-либо посвящение. И я уже говорила. Есть видеозапись, как работать с энергиями. Мне совершенно не нравится, как работают и учат работать рейки. Ну, абсолютно, вообще никак ни о чем. Схема работы по методике космоэнергетики, но, естественно, в процессе я что-то убрала, что-то добавила, что-то изменила, вывела самый оптимальный вариант. Но в основном, да, это схема сеанса по космоэнергетике. Идеально работает. Просто идеально.
Потому что в первую очередь нужно почистить. Взять, например, одежду свою. Вы же ее стираете, да? Если, ну, как вот многие делают, не чистят энергиями, не чистят, а все наполняют, наполняют. Это все равно, что грязную одежду пытаться брызгать духами, чтобы перебить запах. Результата нет, но вообще нет. Поэтому сначала чистить. Энергетический пылесос вам в руки. Вперед из песни. И работать, девочки, работать, мальчики. Вот. А если работать по карме рода, этой энергии карма рода, опять же, напомню, и тем, кто не знает, очищение кармы рода можно работать только с собой. Не надо замахиваться на весь род. Мы не боги, мы не святые. И в конце концов мы просто-напросто не имеем права влазить в это. Вы имеете право работать только с собой, со своими детьми до 14-16, в отдельных случаях 18 лет. С внуками не имеете права работать без разрешения родителей. Но в любом случае вся ваша работа, которая направлена на вас, которую вы делаете конкретно лично с собой, естественно, косвенно, боком цепляет ваших близких. И у них, естественно, идет процесс очищения, осознания, приведения в порядок, особенно если близкие этого хотят. Если не хотят, то вы хоть в лепешку разбейтесь, но ничего у вас не получится в плане приведения их в порядок, потому что это ваше желание, это не их, ваше желание. Поэтому лучше не лезьте. Я вон со своими тоже сколько... О, прости, Господи, мудохалась, мудохалась, и в итоге опять мордой об асфальт. Вот так вот, поэтому только с собой, только свою линию конкретно. Ни мама, ни папа, ни бабушки, ни дедушки, братья, сестры, племянники. Так, добрый, с наступающим, да. Что вы можете сказать о энергохиллерах? Ничего, потому что я этой темой как-то не интересуюсь. Ну, насколько я могу понять, хиллеры – это те, которые делают операции, да, без скальпеля, скажем так. Энергохиллеры – это те, которые работают на тонком плане. Собственно, это то же самое, что делаем мы. Это, скорее всего, ну, просто как бы еще одну линию обозвали вот так, и все. Мы делаем то же самое. Вот если не так зашли практически с самого начала, человек сказал, что вот так вот гастрит в желудке, я сказала, вот эту фиговину дернуть, вытащить. Пожалуйста, вот это вот и есть, по сути, энергохиллерство. То, что мы работаем с органами, их чистим, это, да, энергохиллерство, собственно говоря. Работа энергиями с собой на тонком плане, но, что интересно, это проявляется на физике. Мне идут мантры хорошо в этом периоде затмений, коридоров, трансформирую, очищаюсь. Очень много инструментов, которыми можно работать с собой. Мантры, агмы, медитации, практики, энергии, просто музыка, барабаны. Там такая чистка идет, просто супер-пупер. На здоровье. Вот. Так,
Что-то я вылетела. Про карму рода, да, я говорила. Только с собой. Заблокированные возможности. Так. Удаление кармы родового древа тоже, наверное. Любой энергии, все, что вы пользуетесь, делаете практики, любые кармические, да, помните, работа только с собой, не с родственниками. А, это карма рода. Так, еще раз, просто ссылку я вам скину. Только с собой работать и категорически весь род не чистить. Нельзя этого делать. Это очень тяжко и не всегда правильно. Мантры. Дождь напевает. Давно не включала. Болит голова. Ну, почистить. Почистить. Энергетический пылесос представили, воткнули в голову и пошли. Как улучшить финансовые проблемы? Это нужно работать над собой, над своими программами, которых у нас достаточно очень много. Ну а в первую очередь перестать следовать стереотипам, таким как чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Категорически. Когда вы работаете с собой, вообще отдавать из дома ничего нельзя. Соседи приходят, соль, заварка, хлеб, тазик, тряпку, веник подавать нельзя. Если вы хотите наладить свои финансовые поступления, это первоочередное. Ну а потом уже идет работа по различным программам. Вот. Что касается этой энергии, да, заблокированные возможности, это может быть не только музыкальный слух, это творчество, которое может приносить вам деньги. Это умение работать элементарно с финансами. Потому что в любом роду все равно, да, найдется человек, который умеет деньги делать из ничего. Можно эту способность развить. Вот. Можно развить художественную способность, да, рисовать, вышивать. Кому-то это нравится. Вот. Что касается кардинальных изменений, естественно, открывать эту энергию заранее и работать. Работать, расчищать, убирать. То, что мешает поступлению в вашу жизнь того, чего вы хотите. Ну а поскольку мы сейчас открыли энергию, работаем на то, чтобы не перенести свои проблемы прошлогодние, получается, которые в этом году решить долги, возврат, открыть, чтобы оставить, чтобы нити и программы не тянулись за нами по жизни. Сейчас работает поток удаления сексуального импринта. Пусть все остается в прошлом. Очищение тела от токсинов. Ну, мы работаем именно поэтому. Ну и воплощение, естественно, это своя собственная карма. Мы туда, естественно, сегодня залазить не будем. Зуд пошел по спине. Низ живота спину ломит. Мурашки пошли. Ну, гармонично. Правый яичник. Девчонки, мальчишки, вот где у вас болит, да, энергетический пылесос? И убирайте, потому что под энергиями поднимается то, что нужно убрать. Оно показывает.
энергетический пылесос. Всунули, впихнули, включили, почистили и наполнили. И поток удаления сексуального импринта подташнет. Ну, у меня тоже какое-то не очень хорошее состояние в районе желудка. Дискомфорт небольшой. Есть вторая энергия, там две энергии. Луч сексуального спектра. Добрый. И вот эта энергия пусть наполняет нас. То, что где мы почистили. И что я еще хочу открыть? Я хочу открыть божественный шквал огня. Это энергия из матрицы Творца. Это оружие. Потому что давление идет какое-то. При артрозе тоже пылесос ставить, да? В принципе, при всем можно ставить пылесос, кроме как при сердечной боли. Сердцем напрямую не работать, тем более категорически впихивать туда пылесос вообще не-не-не-не-не-не. Сердце, когда давит, а на здоровье сразу кайф, улыбка, жарко состояние. Обыграли, выиграли, да. Четвертую чакру открываем лепестками и чистим. Убираем камни, тряпки, мусор различный. Ну и вообще, естественно, сердечную боль терпеть нельзя. Скорая помощь, в помощь. Вообще, вот как при артрозе, любая боль это негатив. Любой негатив нужно убрать. Добрый. Мурашки приятные. Волнами снова. Угу. И рассказываю, и работа идет. Подчищаемся. Все 33 удовольствия. Наполняемся. Наполняемся лучом сексуального спектра. Это вообще шикарная энергия, да? Потому что энергия желания. Развитие, движение, основа нашей жизни. Жарко, аж пот даже на лбу выступил шикарно. Ну, все чудесно. Заодно прибабахнули тех, кто тут нам мешает оружием. Божественный шквал огня. Вот. Можно очень много сделать этот период, вот о котором я вам сейчас рассказываю. Собственно говоря, всегда, в любой момент можно это сделать, но тут просто такое время, почему его не использовать на благо себя любимого. Вот. И еще, девчонки и мальчишки. Зуд прошел, интересно, это оружие или чистка прошла. Катюш, тут походу оружие. Ты на энергетике почувствовала, что идет вмешательство давления? И вот таким образом оно на тебе сказалось. Что мы тут придумали? Курс. Но курс пройдет необычно для нас. Мощное оружие, да? Оружие всегда мощное. Необычно для нас. Он пройдет не онлайн. Он пройдет... ВКонтакте. Вот откройте.
пройдите по ссылочке, как отдельная группа ВКонтакте будет, как обычно проводят все ответы на вопросы. 12 дней работать, чистить, закладывать программу, естественно. Все вы знаете, да, уже сталкивались. 12 дней чудес. Закладывается программа на весь год, на каждый месяц. Идет работа. Работа будет идти каждый день, в любое удобное для вас время подключаетесь. Я буду запускать энергии, будете принимать. И что еще будет в этом курсе? Посвящение в энергию. Подарок для тех, кто будет на этом курсе. Посвящение будет онлайн. Кто не на курсе, естественно, будет отдельно посвящение. Зайдете, ну, скорее всего, как обычно, для участников группы это будет со скидкой. И что еще будет? Еще будет ритуал на деньги. Точно так же. Для участников курса это будет подарок. Для тех, кто придет просто так, это будет другая цена, грубо говоря, 1000 рублей, да, но то же самое цена курса. Так что вам выбор. Или пройти полностью курс, получить в подарок посвящение и ритуал, или приобрести отдельно просто ритуал денежный за 1000 рублей. Подарки продолжаются. Божественный шквал огня. Отличненько и чудненько. Как всегда, шикарненько. Вот. Посмотрим, как у нас пойдет курс. Для нас он в новом формате. Но все мы когда-либо участвовали в таких курсах. Я просто так еще не проводила. Суперово, да? Я тоже так думаю. Тоже так думаю. Естественно, это начнется с 1 января. С 1 января все программы выложу. И хочется мне еще, знаете, что открыть? Святой огонь. Это вот из матрицы святых стихий. Святой огонь. Почистить. Сейчас я вам дословно про него расскажу. Прочитаю. Так вернее будет. Так, и вот, кто еще забыл? Не успел. На здоровье. Напоминаю, акция месяца декабря. 50% скидка. Вот. Матрица святых стихий. Святой огонь. Используется для очищения в любых объемах, при исцелении, для диагностики, гармонизации чакр, также систем меридиан в теле человека, для урегулирования спорных вопросов в судебных делах. Сжигаются демонические привязки, демонические сущности, грамотное взаимодействие с огнем
дает возможность работы на причинном уровне, то есть идет работа с первопричиной, не следствие, а первопричина. Человек будет знать причины всех вещей, будет обладать круговым видением. Огонь дает возможность человеку соединить себя с пространственным огнем. Когда человек прорывает ткань бытия в сторону огня, это показывает, что у человека очень слабая связь с пространственным огнем. Так, святой огонь научит справляться с любым негативом, очищать себя, пространство, отношения. Почему он постучался? И очищение, и отношения, и пространство. Придаст уверенность в себе, поможет в бизнесе, укрепит вашу ауру и усилит ваши магические способности, целительство. Вот как он постучался, хорошо, просто шикарно. Вот так вот. О, Люб, сегодня можно? Сегодня. Вроде все рассказала, да, девчонки, мальчишки? Что смогла, ответила на вопрос. Работа еще идет. Естественно, будет идти. Еще минут 20-30. Какие-то еще непонятные вопросы, проявления. А на здоровье. Работаем на себя, для себя, во благо себя, любимого. Хочешь изменить мир, измени себя. С удовольствием на курс к вам. Очень рада новогодней акции. На здоровье. На здоровье. На здоровье, девчонки и мальчишки. Про карму рода не забудьте. Посвящение 30 числа. Завтра девчонки выставят ВКонтакте объявление. На здоровье. С наступающим нас всех. С движением вперед. Развитием, расцветом. На здоровье. И я вас люблю. Благодарю. Всем пока.